Всем привет! Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi Note 11 против Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Вот. Оба смартфона в синем цвете, но видим, да, как отличается этот цвет. Тут классический такой синий пластиковый корпус, тут стекло и вот такой вот голубой в блестку. То есть там он синий, то можно взять черный, можно взять белый, а синий будет выглядеть вот таким вот образом. Вот. Тут отличие между ними, конечно, значительное. То есть это не просто улучшенная версия этого смартфона, как, например, Redmi Note 11S. Это вот вообще другой смартфон. Хоть он также и называется просто Pro, но он и по внешнему виду отличается. Другая форма, другие материалы корпуса, другой блок камеры, другая диагональ дисплея. То есть практически все другое. Вот. Смотрим, да, блок камеры 108 мегапикселей, тут 50 мегапикселей. Форма тут немножко закругленная, вот пластиковый корпус, тут, а тут стеклянный корпус и прямоугольная форма. Вот, диагональ 6,4 дюйма против почти 6,7 дюймов, но при том, да, видим по габаритам, на самом деле не сильно они отличаются. Ну, тут, да, 6,4 там с копейками, то есть там ближе к 6,5 дюйма, а тут ближе к 6,7 дюйма. Небольшая разница, но экран больше. Вот. Такие вот смартфончики. Включим их одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Зажал кнопки одновременно, это уже отклик самих смартфонов, да, по-разному немножко срабатывает. Где-то нужно кнопку держать дольше, где-то меньше, чтобы он включился. Так, ждем включения. Note 11 Pro есть. И Note 11 догоняет. Вот. По дисплеям, по сути, один и тот же AMOLED дисплей Full HD 2400 на 1080 точек и там, но есть отличие по частоте кадров. Тут 90 Гц, что круто, тут 120 Гц, что еще круче. Вот. Но при этом у них одинаковый объем батарейки, поэтому, конечно, автономность у Pro-версии она будет меньше, потому что и экран более потребляет энергию в максимальном режиме, плюс он по производительности будет мощнее, то есть тут автономность реально будет на 10-15% меньше, чем у чем у обычного Note 11. Так, хорошо. Открываем. Давайте посмотрим на версии. Кстати, есть обновление. Это, кстати, большое обновление на 12-й Android. Ну, в общем, у них, я не буду сейчас это делать, это достаточно долго, но и там стоит 12-й Android, то есть вот такая же версия будет стоять, и тут просто нужно сделать обновление, забыл это сделать. Вот, но на самом деле сути не меняет. Открываем Geekbench 5. Вот, процессор Qualcomm Snapdragon 680, 4+4, 1.9 и 2.4 ГГц против MediaTek 6781. Такой же процессор, как стоит у S-версии. То есть он немного производительней. Кстати, тут вообще показала какие-то левые результаты. Странно. По видеоускорителю, вот, да, тут такое преимущество и будет. Видеоускоритель тут значительно лучше. Antutu Benchmark. Вот по процессору они не сильно отличаются, вот по видеоускорителю сильно. Вот тут уже комплексный тест. Вот тут объективно, да, 80 тысяч примерно будет разница между этими устройствами. Там 70-80 тысяч. Так, хорошо. Давайте тест мультитач. Так, ну, 10, да, и там определяет. Хорошо, откроем PUBG Mobile, тяжелую игрушку одновременно, посмотрим на скорость загрузки. Вот, ну, в принципе, уже можно, да, понять, в чем основное преимущество, да, данного устройства. Вот, он дороже примерно на 30%, даже может чуточку больше, 35%, чем Note. Скорее, да, он будет дешевле на 30%. Ну, в общем, да, разница между ними в цене где-то 35%. И преимущество у Note Pro будет в том, что у него больше дисплей, у него лучше материалы корпуса, то есть он собран лучше, более качественно, более премиально. Вот. По производительности, в принципе, особой разницы между устройствами нет.
То есть вот только в тяжелых игрушках, так же как и с Note 11s, только в тяжелых игрушках эта разница будет ощущаться. То есть, например, мы смотрим тут графику и смотрим настройки графика тут. Да? То есть вот видим, на голову лучше на Pro версии. Вот, то есть производительность тут будет преимущество, но небольшое. Основное преимущество по камере и по внешнему виду. То есть лучше камера, намного лучше. И лучше, да, внешний вид, ну, объективно лучше. Тут, можно сказать, немножко практичнее за счет пластикового корпуса, но тут он как бы красивее, более премиальный, более дорогой. Вот. И чуть-чуть по производительности лучше. Вот такая вот ситуация. В основном, да, там, в основных задачах, там, браузер, социальные сети, эта производительность даже не будет ощущаться. Но в тяжелых игрушках, как PUBG Mobile, да, там будет. Вот. В общем, такая вот ситуация. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!